Всем привет из Харькова, дорогие цветоводы! Сегодня 3 июля 2021 года и как раз время цветения юки. Вот она стоит во всей своей красоте, хотя ненастная погода отразилась даже на таком выносливом растении. Видите, кончики листьев пожелтели, но это не страшно. И цветоносов в этом году меньше, и цветочки не такие крупные. Саженцы юки ничатой можно приобрести в нашем интернет-магазине. Обращайтесь к нам. Это очень выносливое растение. Зимует без укрытия при самых сильных морозах в нашем регионе, на севере Украины, в Харьковской области, а также засухоустойчивое растение. Например, ее не надо специально поливать. Вот она такая же выносливая, как и кактусы. На полив она отзывается хорошо, но сильно переувлажнять почву не нужно. Полив должен быть умеренный. Также юка не требовательна к составу почвы. Растет на любых землях. Каждая розеточка юки цветет всего один раз в жизни. Потом она отмирает после цветения, и на следующий год цветут уже молодые розеточки, которые образовались вокруг куста. Это очень размножается юка очень легко отрезками корневищ. Просто корневище можно порезать на небольшие отрезочки, и из каждой спящей почки появится новое растение. А также дочерними розеточками, которые образуются вокруг куста.